Мы подъехали к городу Тиби. Смотрите улочки старого города. Прикольные улочки, да? Вы же по ней покажи, смотри, как улица, покажи. Ну, видишь, я, да? Достаточно высоко поднимаю. Еле вмещаемся. Нравится вам? Здесь проходила только повозка с ишаком. Старый город, город Тиби. Специально заехал показать вам. Здесь похоже... Поверни налево, центральная площадь. И банк Сабадылькам. Похоже, здесь и надо. Короче, это маленький городок, и он достопримечателен тем, что рядом с ним находится озеро. Большое. Куда? Ого, а что, я не туда заехал? Это новые дома, конечно, все. Да? Не факт. Не факт? Такой прикольный городок. Симпатичненький. И арочный построен. Маленький, в горах, можно сказать. Ну, в горах. Зона эскола. Это школа. Квартиры здесь стоят. В интернете можете посмотреть. Вендо Писос там. Тиби. 15 тысяч евро. Нормальные квартиры. Но 20 километров до Аликанте. Климат здесь, конечно, похолоднее. Вон парк какой был маленький. Снег даже бывает зимой. Справа церквушка, смотри. А может, сейчас объедем, покажем. Я вот сюда ни разу не заезжал. Не было, не надо было, не было необходимости. А сейчас решил прокатиться с Ларисой, посмотреть досконально, как же выглядит этот Тиби. Пересечь его весь.